Привет всем. Аквапод Трио. Проверочка идет. Так, гидропонная система Аквапод Трио имеет 3 посадочных места и 1 резервный бак. Капельный полив и циркуляция раствора осуществляется с помощью помпы и регулируемых капельниц, которые от 0 до 70 литров в час. В системе автоматически поддерживается одинаковый уровень, так как они сообщающиеся сосуды, и состав раствора во всех ведрах одинаковый. Для этого не надо заглядывать в каждое ведро. Здесь выведен шланг уровня воды. Насос на 730 литров проточность идет. По кадмию сам расходится, сделан аварийный кран для сброса воды или для замена раствора. Ну, в принципе, давайте, это глубоководная культура плюс капельный полив дает отличное преимущество выращивания очень хороших крепких растений. Что в него входит, как обычно, я напишу в описании. И давайте сыграем такую прекрасную игрушку. Давайте, ребяточки, поставим 10 лайчиков, хотя бы 10, это очень мало, это будет очень неприятно. И мы тогда соберем аквапод на 5 ведер посадочных. Кому понравится, ставим лайк, пишем комментарий, я на это обязательно отвечу. И описание системы, что туда входит, все это сделаю. Все, друзья, всем хорошего урожая.